Так, у нас тут Наташа. Наташа, ты в пакете там что-то достаешь, wellness, да? Да, я достаю wellness для женщин. Я его поднимаю уже давно, ну, наверное, уже около 3 лет. Uh-huh. Мне он очень нравится, потому что он помогает поддерживать мое здоровье. А что конкретно, например, тебе? Ну, например, вот у меня проблемы с суставами, они у меня стали меньше болеть, вообще нет новых воспалений. Вот. Потом я чувствую меньше усталости. А вообще ее открыть можно? Посмотреть, что открыть, там? Да, конечно, можно. Почему нельзя? Это моя просто коробочка. Чтобы посмотреть, что там внутри. Потому что говорят, что очень дорого, а на самом деле, что там не одна витаминка лежит. Да. И, значит, там у нас 21 пакетик. Да, 21 пакетик. Вот такие пакетики, в которых сразу находится, да, две капсулы рыбьего жира, одна астаксантина и одна капсула, одна таблеточка минералов плюс витамины. Вот это все принимается один раз в день, такой один пакетик в день, лучше после еды. Вот, и принимается ежедневно. Есть же такие и мужские витамины, точно такие же, только немножко у них другие витамины. У меня муж вот их принимает, ему тоже нравится. Вот. Ну, нельзя говорить, что они там дорогие, потому что мы заботимся о своем здоровье. Если мы заболеваем, то мы тратим больше денег на лекарства, да, и плюс к этому мы еще теряем свое здоровье. А это я считаю, что это не так-то и дорого. Для своего здоровья ничего не жалко. Нельзя жалеть для своего здоровья. Замечательно.